Первый камень на месте будущего комплекса по производству полипропилена в Кстове заложил вице-премьер Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Комплекс станет крупнейшим полимерным производством в России. Интегрирован в нефтеперерабатывающий завод. Сырьем для производства полипропилена на Нижегородской площадке послужит пропилен двух модернизируемых установок каталитического крекинга мощностью 4 миллиона тонн в год. После ввода комплекса в эксплуатацию предприятие сможет производить около 500 тысяч тонн продукции современных марок полипропилена для переработчиков в промышленном центре России. Это очень инновационное и выгодное направление деятельности, и «Лукойл» своевременно инвестирует туда средства, чтобы получить этот инновационный, востребованный рынком продукт. Конечно же, мы будем применять эти материалы у себя, но меня больше всего радует то, что производство «Лукойла» с высокой добавленной стоимостью создаются для обеспечения нужд всей страны, отсюда, из Нижегородской области. С помощью этих материалов качественные дороги будут строиться по всей стране.